Всем привет, дорогие зрители! Я снова одел свою шляпу, так как жарко. 11 декабря, 22 градуса тепла во дворе. Кто-то купается, кто-то загорает, а я снимаю ролики для вас. Даже не отдохнул сегодня. Так, дорогие зрители, пришел я в район Демиртаж. Тут я 2-3 недели назад снимал ролик, можете найти. В плейлисте у меня там много роликов. Именно застройщики, нажать застройщики Алани. Можете увидеть весь ролик, там как я снимал пляж, поднял трон, съемка с высоты. Этот люкс-проект уже начался строиться, если вы видите, уже залили бетон, стены подняли, арматура уже пришла. Тут люкс-проект состоит из одного блока. Цены уже начинаются от 50 тысяч евро. Хочу я вам показать. Вот нижний этаж, если вы видите, 50 тысяч евро. Значит, третий этаж у нас 53 тысячи евро, но каждый этаж по 1000 евро поднимается, вот посередине, если вы видите, вот здесь. Так, как вам показать? Давайте так скажу, чтобы было ясно. Вот эта сторона, дорогие, за 50 тысяч евро, 51 тысяч евро, 62 квадратных метра. 52, 53, 54. Дуплекс остался один, 2 плюс 1, 93 тысячи евро, 140 квадратных метров. Со всех квартир угловых есть вид на море, на горы. Это передняя часть проекта. И здесь со всех у вас будет вид, но сейчас покажу еще квартиры, которые находятся в задней части проекта. Вот. Тут прайс-лист. Так. 2 плюс 1 начинается от 69 тысяч евро. Здесь вот эти углы, то есть та сторона, восточная и северная. По бокам тоже будет вид на море и на горы. Короче, со всех квартир есть вид на море и горы. Цены хочу еще раз показать. Эта сторона 72 и эта сторона 72 тысяч евро. Если я поверну в ту сторону, так, вот так это будет выглядеть здание, то эта сторона у нас восточная, эта сторона север и запад севера. Так. Секундочку. Эта сторона уже продана. Вот эта сторона. Осталось мало квартир на нижних этажах. А наверху еще у нас есть квартирка. Вот за 80 тысяч евро 2 плюс 1. Цены видны. Тень что-то выходит от солнышка. Так, я выложу ролик. В конце этого ролика именно 3D фотки. Расстояние проекта до моря. Есть две дороги. Отсюда 1000 метров, 1050 метров до пляжа песочного. А с этой стороны там установят парк. Мэрия Лань установит парк. Оттуда где-то 850-860 метров до моря. Если вас заинтересовал этот проект, пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Первоначальный взнос 35-40% от стоимости. Может быть и 30%, все зависит от вашего графика оплаты. Так что гибкий график, беспроцентная рассрочка до конца года 2022. Проект сдадут где-то октябрь, ноябрь, максимум декабрь. В эксплуатацию. Если вы ищете именно проект с домашними питомцами, то это единственный проект, который есть у нас в Алании на данный момент. Так что звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber.